Салют, ребята, всем привет! С вами Раиль Арсланов и добро пожаловать на второй урок, посвященный разбору песни «Слово пацана» Макса Коржа. Почему я разделил разбор данной песни на два урока? Все потому, что я в прошлый раз не уместился в рамки одного урока. Потому что песня довольно длинная, показать есть много чего, много боев разных, много приколюх, фишек, а также игры на губной гармонике, поэтому не успел. И сейчас продолжим именно с того места, в котором мы в прошлый раз остановились. Остановились мы где? Мы спели два куплета, потом спели припев, потом к припеву относящийся проигрыш, где мы воем «воу-воу-воу» и кричим «Хей!». Сейчас напомню, и после этого начинается вот проигрыш на трубе, на трубах точнее, в оригинале, но мы это все будем играть на губной гармонике. Послушай, как это звучит. Далее. В общем, вот такой вот проигрыш, довольно длинный, согласитесь? Ну, давайте скорее приступим к разбору. Аккорды те же, поэтому быстренько только их напомню. Аккорд G, аккорд BM, который я еще вместо второго лада могу взять на седьмом ладу. Что я и делаю. Аккорд EM, можете так взять простым аккордом, а можете взять на седьмом ладу. Нижней посадкой, как я и делаю. Аккорд С дальше рядом на восьмом ладу. Да, на восьмом. Можете взять простым аккордом. Как хотите. Это уже сейчас не важно. Сейчас важно посмотреть, какой же бой нам нужно здесь сыграть. Берем опять-таки прием palm mute. Влепим его в гитару. То есть ставим ребро правой руки на нижний порожек. Блокируем струны, чтобы вот такой вот звук получился. Замутил. Вот, звук такой, приглушенный. И на каждом аккорде играем. То есть по 8 раз. Длительностями восьмыми играем все это. На каждом аккорде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Куда бьем? По главной басовой струне и ниже стоящей струне. То есть, если на G у нас с верхней посадкой брать, то в любом случае бьем по шестой, пятой и четвертой струне. Можно только по шестой. Можно и по шестой и пятой бить. На аккорде BM, если берем на втором ладу, бьем по четвертой, пятой и третьей. Но самое главное по пятой струне. Если берем здесь, по шестой бьем. Дальше, если берем EM нижней посадкой, на седьмом ладу бьем, то по пятой, четвертой, третьей струне. Если EM тут берем, бьем от шестой, и C от пятой здесь бьем, если при помощи простого способа взять, а если при помощи баре на восьмом ладу, то по верхним трем струнам бьем. В общем, все, вот поставили руку, замутили и играем. Напомню, разбор проходит на губной гармонике в тональности G. Вот такая вот буква должна стоять. Соль, мажор. Ни в коем случае не какая-либо другая губная гармоника. Поэтому, когда будете покупать губную, обязательно берите в тональности G. И не вот эту губную, которую я сейчас в руках держу под названием Silver Star. Не очень она была единственной, когда я брал. Лучше берите Special 20 или Golden Melody, или этот Marine Band. Вот такие вот пожелания. Ребята, давайте дружно подпишемся на мой музыкальный блог, кто впервые смотрит меня, чтобы сказать небольшое спасибо моим стараниям. А что на губной гармонике нужно играть? Опять-таки играем все на четвертой, пятой и шестой дырочке. Да,
нужно будет языком делать артикуляцию. Ту-ку-ту-ку-ту. Говорим на четвертой дырочке. То есть сначала делаем ту-ку-ту-ку-ту на четвертой, потом вдыхаем четвертую, выдыхаем на пятой и вдыхаем пятую. Вдохнули пятую и пятую выдыхаем. Вот. И за вторым разом то же самое проделаем, но уже пятую на вдох не делаем, останавливаемся на пятый на выдох. Вот. Табы расписал, в общем, напомню, плюс это выдох, минус это вдох. Итого получается. Дальше за третьим разом делаем на шестой дырочке ту-ку-ту, ту-ку-ту-ку-ту. Так же ту-ку-ту-ку-ту. Потом вдыхаем пятую и выдыхаем на пятой. И все это нужно соединить. С четвертой дырки начинаем. Вот и все, получается 4 рисунка нам нужно сделать. Первые 3 очень-очень друг на друга похожи. Что я делаю? Ту-ку-ту-ку-ту, да, на 4 и доигрываю до 5 отверстия, так 3 раза. В общем, табы написал, а за 4 разом мы ту-ку-ту-ку-ту уже делаем на 6 дырочке и доигрываем. В общем, все. И все это нужно сыграть на 4 аккордах, то есть все очень просто. Сейчас попробуем. Играю для вас медленно. И все. Если у вас все это получается, молодцы, дальше двигаемся. За вторым разом нужно повторить то же самое. Логично. Просто нужно это все для разнообразия сыграть в терцию. То есть уже не одиночными нотами играем, а нужно цеплять и ноту слева, отверстие. То есть по 2 дырки сейчас будем вдыхать и выдыхать. Если мы играли на четвертой, начинали тугу-дугу-дугу, да, теперь делаем тугу-дугу-ду вместе на третьей и четвертой дырочке. И вдыхаем то же самое, да. Если четверка написана, значит вдыхаем третью и четвертую. Если написана пятая дырка, значит вдыхаем пятую и четвертую. Если шестая, значит шестую и пятую. То есть нижестоящую дырку нужно еще подцепить губой. Двойные звуки, чтобы получились. Так. Вот и все. А бой у нас чуть-чуть меняется. По сути, palm mute не отпускаем, да? Но делаем, смотрите, удар вниз, потом бас воспроизводим. По аккордам бьем, да? Тоже я придумал вроде бы такой прием. По аккордам бьем, потом по басу. Но когда бьем по аккорду, нужно чуть-чуть руку поднять и силой ударить, чтобы щелчок приходился. Вот такой. Начинаем опять-таки щелчка. Щелчок, бас, щелчок, бас, щелчок, бас. Еще раз, на аккорде G. Аккорд BM. EM. C. Очень прикольно. Желательно, конечно, на всех аккордах попадать на одинаковое число струн. Если бьете по аккорду, можно бить по любым, конечно, струнам, но желательно посередке бить и на всех аккордах одинаково. Просто запомните это движение руки. Удар и бас. Получится наподобие этого. То есть бьем по струнам с palm mute, по нижним, а по басу уже по открытой. Это тоже неплохо. И уже пробуем двойными нотами. То же самое. На С уже простые удары вниз.
скользим по шестой вниз и начинаем продолжать эту тему. То есть целиком соединим, как звучит. Продолжим сейчас. Что-то у меня четвертое отверстие не отвечает толком. Наверное, зазор большой. Надо будет чуть-чуть отпустить. Ну, не суть, да, снимем урок. Приступаем к продолжению проигрыша. Дальше, помните тему после припева? Вот эту тему уже теперь нужно сыграть на губной гармошке. Те же самые дырочки, опять-таки четвертая, пятая и шестая. Играем. Четвертую, выдох, вдох, выдох, вдох, пятый, выдох, пятый вдох, выдох, и все. И плюем где-нибудь вот здесь повыше на губной гармонике, то есть, хей, кричим сюда. Просто выдыхаем. Все то же самое, как и до этого играли. Дальше играем четвертую, вдох, выдох. Вдох, потом пятое, вдох, выдох, на пятый, на выдох остановились. Дальше третий проход. Дальше чуть-чуть за четвертым разом все меняется. На четвертый делаем выдох, вдох, потом переезжаем на пятую дырку, делаем выдох, потом на шестую выдох и снова на пятую выдох. То есть вот так нужно проехаться. Таким образом. То есть как? Вот так должно прозвучать. Опять-таки Таба написал, все предельно понятно. Выдох, вдох, выдох. Нужно сыграть. И эту тему играем теперь уже в полноценным боем. Боем шестерка. Который мы прошли в первом уроке. Ссылочка на первый урок будет в описании под видео. Напомню еще раз. Теперь уже играем спокойно, совмещая гитару и губную. Теперь вы все знаете. Доигрывать за вторым разом не нужно будет. Почему? Потому что у нас резко начинается третий куплет. Но подождите, перед этим опять-таки скажу вам, за вторым разом эту самую тему нужно сыграть опять-таки в терцию, вниз. То есть вы уже цепляете между не только четвертую дырку, но еще и третью. Вот, двойными. Как вы это умеете? Вы всегда это умели. Двойными играете тоже за вторым разом. То есть... То есть на аккорде С уже губная не звучит. На аккорде С мы начинаем петь очень далеко за такт. То есть, если смогут между... Это вообще не в тему, да, начинается куплет, но так и есть. На аккорде С произносим фразу «Если смогут...» И со слова «между» начинаем уже петь и исполнять аккорд G. Между нами встать, люди подлые и злые, чтоб тебе там про меня не говорили. Надеюсь, понятно, бой тот же, четверка, то есть бас, третья струна, первая, вторая и третья. Это на аккорде С. Еще раз покажу за такты, как заканчивается губная. Пошел дальше припев, но он, конечно же, уже отличается от предыдущих двух, там другие слова. Посмотрим, как в него попасть.
Куплет, надеюсь, третий вы поняли, как играть. Да, начинаем с аккорда С. За такт уже петь. На аккорде G мы уже поем слово «между». «Между нами встать». Как будто бы вот куплет начинается со слов «между нами встать». Все, проехали, припев дальше пошел. Дай же слово пацанам удержаться в этом сером мире. Заметили, да? Все начинается чуть позже, то есть вступаем на аккорде G, потом только удержаться говорим, то есть удержаться, первую проводку вниз делаем, ну первый удар вниз, потом только начинаем петь. Удержаться, то есть с удара начинаем. Удержаться в этом сером мире через силу. Через силу также начинаем позже, когда на аккорде ЕМ сделали удар вниз. Через силу назло всем мудакам. Надеюсь, поняли. Молодцы, ребята. Дальше идет, опять-таки, проигрыш. Во-во-во, кричим. Допиваем. Дальше опять начинается. Все так же. Проигрыш также проигрываете. Но хочу заметить, что бой в конце этого проигрыша меняется. То есть на аккорде С. Вот здесь мы должны бы начать уже играть в самом конце, но мы здесь бой на гитаре меняем, потому что начинается дабстеп, то есть... Не помню, сыграл ли я на своем кавере так, но я хотел именно так сыграть. Ну, во время записи кавера все может случиться, и могу сыграть даже другое. Ну, в общем, начинается дабстеп, тут играем долгий удар вниз. Вверх хлопок, вверх-вниз, вверх, то есть вниз, вверх, хлопок, вверх-вниз, вверх, аккорд БМ. Вниз, вверх, хлопок, вверх-вниз, вверх, аккорд ЕМ. Вниз, вверх, хлопок, вверх-вниз, вверх, аккорд С. Вниз, вверх, хлопок, вверх-вниз, вверх. Да не парьтесь, вы играете на простых аккордах. Тогда. Классная песня, должно у вас все получиться. Играйте того. Вот и все, ребята. Вроде бы все, что хотел, показал. Надеюсь, все было понятно. Пытался скомпоновать, потому что урок тоже нельзя затягивать так долго. С вами был Раиль. Ставьте лайки, набираем 600 лайков, сразу выходит разбор на следующую песню, как и обещано. Сейчас работаем такими вот темпами. То есть вы набираете лайки, и я сразу шлепаю разбор. Так сотрудничать намного интереснее, согласитесь? И мне приятнее, когда я вижу лайки. В общем, еще раз комментируйте, оставляйте заявки на новые песни, хотя уже есть запланированные другие песни. Все уже готово, нужно только записать. С вами был Раиль, делитесь этим роликом в социальных сетях и до скорых встреч. Пока.